Делегация Калмыкии приняла участие в 21-м международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы». В рамках форума в Национальной библиотеке имени Гамзатова состоялся круглый стол с участием руководителей и представителей творческих коллективов из Республики Беларусь, Монголии, Армении, Южной Осетии и регионов России. Как отметила в своем выступлении министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, фестиваль несет высокую миссию. Он способствует сохранению и развитию уникальных образцов нематериального культурного наследия, укреплению межнациональных и международных связей.